святом присутствии, в твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии тает горе. В твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии, в твоем святом присутствии тают горы. Горы проблем, горы греха, горы беды и неудачи. В твоем святом присутствии тают горы. Горы обид, непрощения, горечи разочарования. В твоем святом присутствии тают горы. Горы проблем, горы греха, горы беды и неудачи. В твоем святом присутствии тают горы. Горы обид, непрощения, горечи разочарования. В твоем святом присутствии тают горы. В святом присутствии приходит исцеление. В твоем святом присутствии прощение. В твоем святом присутствии могу дышать свободно я и снова верить, снова жить. В твоем святом присутствии приходит исцеление, в твоем святом присутствии прощение, в твоем святом присутствии могу дышать свободно я. Мир и покой здесь обретаю, в твоем присутствии жить желаю. Имя твое, Спаситель мой, я души благословляю, в твоем присутствии жить желаю. То, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу Его, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Мне хорошо в доме Твоем, мир и покой здесь обретаю, в Твоем присутствии жить желаю. Имя Твое, Спаситель мой, я души благословляю, в Твоем присутствии жить желаю. Господь Бог наш, нам так нужно Твое присутствие. И сегодня, стоя на этом месте, мы просим, прикоснись к нашему сердцу. Ты видишь каждого из нас, кто проходит сложное время, кому-то очень тяжело. Господь, но мы здесь, потому что мы желаем Твоего присутствия. Мы хотим, Господь, услышать Твой голос. Мы нищие духом, мы нуждаемся в Тебе, Господь. Твоя сила, Твоя крепость, Твое исцеление, Твоя победа на этом месте. Прими благодарность из нашего сердца. Помоги нам открыть наши сердца так,
чтобы Ты мог сказать каждому на этом месте. Мы благословляем имя Твое и просим, прикоснись к нам во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.